такой он достаточно интересный вкус. Почему-то это вкус один из самых популярных. Вот я заметил, не только в коктейлях, но вообще. Но все равно есть люди, которым не очень нравится он, да, но их достаточно мало. Поэтому, когда ты разговариваешь, они говорят, я ванильный не люблю. Это немножко вызывает такое вот... Наверное, отношусь к этой категории людей. Не то, что я не люблю ваниль, но я как-то не понимаю ее. Да, вот ваниль, может быть, раньше, куда ни попадя, сыпали ваниль. У нас была проблема, понимаешь, у нас был вот этот вот порошок, который был химический, который был не ваниль, не ванилью был, а такой вот химическим ингредиентом, понимаешь, это натуральная ваниль, знаешь, когда ты берешь действительно этот стручок, ты его срезаешь, ты его готовишь, все вот это вот мешаешь, то, конечно, его вкус намного отличается от суррогата. Понял, потому что вот ваниль вот раньше, она немножко приторная, да? И с такой с легкой горчинкой. Ну, а потом клали же, знаешь, от души же. Давай. Да, от души, да. У нас всегда было, у нас там была большая проблема в Советском Союзе, когда нужно было все плохие продукты, надо было замаскировать, почему у нас была всегда острая кухня какая-то. Немножко соленая, да, пересоленная вещь. Ну, соль была, да. Это соль, это вес еще. Это если рассказать историю своей работы, то соль это... Это, в общем, большая проблема. Очень интересный состав. У нас нет сахара здесь вообще. А что заменяет? Сахарозаменители. Причем в очень небольшом количестве, практически ничтожное количество, да? И они хорошо усваиваются и хорошо выводятся из организма. То есть количество углеводов здесь по составу минимально. Ну, это вот у меня проблема, да? Я, например, четко знал всегда, что после сдачи анализа ДНК, что организм плохо переваривает углеводы. Угу. Хотя, когда я был маленький, я очень любил плюшки, которые готовил мама. До сих пор мне нравится еще итальянские спагетти и вся итальянская кухня, связанная с макаронами. Я просто готов ее есть. Но я могу рассказать просто об этом небольшую историю, очень интересную, потому что почему говорят, что итальянцы, вот они едят много, но они стройные. Да, не полнее, да. Ну, во-первых, это твердые сорта пшеницы. И второе, если ты знаешь, такой вот форма подачи альденте, да, такое, это на зубок называется. Да, да, на зубок. На зубок. Они как бы похрусты, они их не доваривают. Поэтому организм их не усваивает. Все углеводы, понимаешь, он не может усвоить. Ну, ты возьми пшеницу, съешь что-то, ты же не лошадь, ты же не переваришь это, понимаешь, он просто вылет из организма. Более того, почистит хорошенько, и все. Ты понимаешь, вот эта вот ситуация, она уникальна. И вот эти вот особенно формы приготовления, когда на сегодняшний день, ну, за 20 век, во-первых, мы потеряли то, что мы умели, скажем, и к нам сегодня пришло гигантское количество продуктов, нам нужно учиться по-новому, скажем, да, готовить, изучать этот вопрос, а на это нету времени. Причем, вот смотри, вот ты говорил, с одной стороны, четкий контроль тех ингредиентов, которые здесь присутствуют, то есть ты видишь, да, это отсутствие углеводов, да, наличие большое волокон пищевых, это как раз, которые хорошо чистят, да, потом утоление голода. Ну, они, кстати, волокна не только чистят, они же еще расширяются, вот. И вот это вот момент, когда у тебя желудок наполнен, да, там поступает сигнал о том, что ты, ну, желудок полный, ты вроде как бы насытился. Потому что вопрос еще вот это вот, вот этого быстрого времени, как бы сказать, да, там, ускорение всего. Хотя это об этом смешно говорить, когда читаешь старый журнал «Ресторатор» за 1911 год, они говорят, вот мы изобрели новую форму обслуживания, вы можете зайти в кафетерий, ну так, он не назывался кафетерий, называлось там кафе, можете зайти в предприятие, да, и там вот эти столы фуршетные, высокие, вы можете не раздеваться, просто взять в буфете чего-то, там чашечку кофе, какую-нибудь булочку, выпить и бежать дальше. В 1911 году они писали об ускорении времени, а что тогда бы они бы сегодня бы здесь бы говорили? По сути, фастфуд, да, он уже тогда конечно. Они писали, вот это вот 1911 год спокойно писалось об этом вот в журнале «Ресторатор». В России? В России, да. Я могу дать тебе, у меня есть это вот все эти вырезки, можно взять прямо, у меня просто сканы есть этих всех газет, это можно посмотреть.
Дальше, ты понимаешь, что то если говорить о сегодняшнем времени, то оно еще больше ускорение. Не просто на порядок, оно на порядке. Количество информации, получаемой, да, там еще там 20 лет тому назад мы ходили и думали о том, библиотека. Что да, была библиотека. Был телевизор с 5 каналами, самое большее, да, и был телефон, к которому надо было подойти. Потом появился радиотелефон, ну, привязанный к точке, да, и говорили, что вот ты можешь выйти от дома на 300 метров, он берет там. Сегодня ты уже без него никуда не денешься. Да, уже наступает страх, ты понимаешь, его вырубает. Вырубает, ты потерян. Ты потерян, да, хотя, может быть, нужно и как раз больше и чаще выключать его, чтобы давать себе какое-то время на отдых. Ну, если есть такая возможность, на самом деле. Ты можешь себе представить без телефона? Ну, не могу. Вот тут у меня тут вот... У тебя их сколько? У меня их два. Вот тут отрубило у меня их. Я лежал немножко, я нервничал. Это действительно так, да. Это уже такое состояние стресса. Да, вот мне жена говорит, ты мне не звонил? Я говорю, послушай, ну вот еще 20 лет назад, ты понимаешь, что я просто не мог бы дозвониться, потому что ты была в таком месте, где я, например, не знал телефон, и все, я в тебе не дозвонился. Тебе нужно было пойти куда-нибудь на почту, заказать разговор там и так далее. Была такая ситуация. И вот это скорость. Поэтому, когда ты сегодня думаешь о том, что на ходу тебе съесть бутерброд, как американцы едят на ходу. Вот это я вот сейчас только приехал из Америки, это я увидел. Это культура у них. Это все. Вот прям, вот ты идешь, и он жует вот этот вот с крышкой специальной, чтобы не расплескалось кофе, этот Биг Мак. Или сосиска в тесте, кстати, очень вкусная, я тебе хочу сказать, восхитительно. Мы когда прилетели в Нью-Йорк, значит, у нас товарищ говорит, он говорит, надо вот это купить обязательно. Мы взяли, вот очень, очень похоже на наш вкус, но очень хорошие ингредиенты, восхитительные ингредиенты, очень качественные. Мясная, реально мясная сосиска. Вот. И ты знаешь, конечно, вот даже вот они вот сегодня ведут здоровый образ жизни, я так спрашивал тоже, они тоже многие употребляют вот эти шейки. Во-первых, у них развиты, еще одна штука, я тебе сейчас расскажу, у них очень развиты супы по сравнению с Европой. Вот мы едим, и они едят, но... Они едят, у них нету, в связи с тем, что им некогда уже готовить, конечно, да, там времени на это нету, большие промышленные предприятия делают готовый суп различных наименований, ты можешь разогреть его и даже в СВЧ, и они очень едят вот это горячее, они, как помнишь, в детстве говорила, раз в сутки суп должен быть в желудке, да. Вот, они вот, как раз мне было очень интересно, и это все вот и готовится вот из... примерно вот на промышленных предприятиях из таких ингредиентов. У них еще есть хорошая привычка, по большому счету, делать микс коктейлей. То есть коктейли, они начинали это здоровое питание с коктейлей. Причем делали коктейли просто, вот не шейкеры, а миксеры, да? То есть набрасывается определенное количество различных ингредиентов, они все это взбивают до жидкой коктейльной, ну, до жидкой массы, по сути, коктейли, да? И пили коктейли, начиналось с этого. И мне кажется, дальше по мере того, как, опять же, это мне так кажется, но я исследовал эту тему, почему вот феномен успеха, в том числе коктейлей, различных других наших сетевых компаний, это культура употребления коктейлей. Она у них закладывалась довольно-таки давно, еще в середине прошлого века. Ну, начали-то они с других коктейлей смешивать. Нет, естественно. Понятно, так, это очень мне, помнишь, этот убить Билла, как он мешал это все там, знаешь, в этом, в шейкере. Да у них до сих пор, у них вот эти шейкеры гигантские, просто на 19 литров, которые взбивают на пляже, там тебе дают. Но потом нормальные люди стали использовать, говорят, да, попробуй, можно я смешаю, попробую вот это вот. И действительно, ну, потому что было достаточно много диет, в том числе и в основном овощных или фруктовых, да, которые давали возможность. На самом деле. А? Это большое заблуждение, мне кажется, овощная диета. Вот если только переходить на овощи... Я объясню. Это было определенно. Это, ну, за 20 век человечество прошло достаточно большое количество диет различных. Вот. Но в основе это здоровое питание для себя хочется, да, там здоровье твое. И самое главное,
человеку что хочется? Ну вот меньше затрачивать на это времени, потому что мир столь обширен, ему так интересно все посмотреть вот сегодня. Это только культура там, где вот французы, итальянцы, где они вот они все... Местечковая культура на самом деле. Ну, я тебе могу сказать, она местечковая. Если ты поедешь сегодня к нам куда-нибудь в деревню, то... Об этом там тоже никто не слышал, и там будут продолжать жить так, как жили так там их предки, да. И в этом ничего плохого нету. Но мы городские жители, нам некогда. Все правильно, это абсолютно согласен. Плюс еще смотри, по поводу культуры, местечковости, космополитичности. Все-таки американцы, они более космополитичная нация. Вот в этом котле у них много приезжих. Они постоянно мигрируют. Они мигрируют на территории своей страны. Да, переезжают из штата в штат, да. С севера на юг, с запада на восток. У них патологическая, вот правильно сказал, вот это любопытство, любознательность. Ты в любую страну мира можешь приехать и обязательно увидишь американцев. То есть у них есть вот эта жажда чего-то нового. Но американцы уже на пенсии. Уже американцы на пенсии, ты потому знаешь, что они много работают. На самом деле. Они очень много работают. Это вот. И я разговаривал сейчас с ними, они говорят, а у нас есть все в стране, мы самодостаточны. Я проехал вот от юга, ты понимаешь, у них прекрасные пляжи в Калифорнии, понимаешь, и замечательные зима на Аляске, понимаешь, у них есть все практически. Не только, но молодежь. Вот молодежь, на самом деле, когда они выходят, заканчивают школы, то есть это массовая миграция молодежи. Они стремятся вылететь из своего гнезда и улететь куда бы то ни было. Заканчивая колледж, та же самая ситуация. Я просто вот смотрю, то есть две там по как люди, которые заканчивают колледж, у них университеты, условно говоря, по-нашему, да, у них два основных вектора действия. Либо они идут, ищут какую-то крупную компанию и начинают делать карьеру, либо наоборот, они пытаются уехать куда-то подальше, посмотреть в течение какого-то времени, там, 2-3 лет мир, время как песок, они очень ценят. Вот на Западе, вот эта активная часть молодежи, да, она очень ценит фактор времени. И у них на питание нет времени. Утром встал, быстренько что-то, условно говоря, в лучшем случае кофе, выпил, побежал на занятия, да, отзанимался, дальше у них такая давиловка, да, обучающая, давиловка, то есть там людей заставляют учиться. Опять прибежал, купил вот этот вот бутерброд, да, условно говоря, съел на ходу. Да, да, понятно. Ну, то, о чем ты говоришь. И вот для них действительно вот это выход определенный. Люди, для которых на первом месте не насыщение желудка, не еда, а активная жизнь с активной жизненной позицией. Увидеть много, узнать много. Они стараются экономить время свое. И вот здесь утром, условно говоря, стакан коктейля, вечером стакан коктейля. Но у них есть культура еще, ты знаешь, Дима, вот это обед. Обед не как у нас, у них обед это ближе к 6 часам. Да. Для них обед это уже не сам факт приема пищи. Для них обед это некое, не то что событие, ну условно событие. Ну это хорошо, это действительно есть. То есть они, для них это общение. То есть обед это общение. Они собираются. Особенно там с французами. Они говорят, ну пойдемте пообедаем, поговорим там. Ты приходишь с ними, начинаешь говорить о чем-то. Они говорят, не-не-не, мы сейчас обед. Мы сейчас обед. Вот другая, да? А вот другая культура, это вот то, о чем я тебе говорю. То есть обед это общение. То есть там неважно что, да, они там бокал вина. Нет, они общаются как раз о еде. Вот это в этом смысле это хорошо. Французы, вот мне это нравится. Потому что американцы, конечно, они каждую вот... Для меня было вот сейчас... поразительным у нас наш приятель, он говорит, пойдем на Central Station, поедим там лобстеров. Я говорю, в каком смысле? Знаешь, у нас ощущение, представляешь, тебя приглашают на 3 вокзала, да. Ты говоришь, давай мы лучше куда-нибудь в другое место. Ну, ты понятно, ресторану, наверное, лет, ну, я так думаю, лет 60. Рыбный ресторан на центральной станции в Нью-Йорке. Действительно, там народу просто неимоверно. Спускаются рядом из офисов какие-то люди и садятся, и едят лобстеров, пьют вино и общаются. Все. Интересно. Ну, мы на самом деле потихонечку к этому идем. Ну, потихонечку. Особенно молодежь к этому идет быстрее. Молодежь. Потому что я смотрю на своем, да, вот ты же понимаешь, ты когда ты едешь, ты говоришь, вот новый ресторан открылся, новый. А для них это же уже сегодня дань сегодняшнего времени. Он уже есть, он спокойно заходит, там работают его возраста люди. В этом смысле, знаешь, вот американцы очень интересные. Я почему сейчас рассказываю, потому что вот у меня последнее впечатление это Америка. Американцы очень интересные, потому что
что у них каждый десятый сегодня работает в сфере обслуживания, и каждый второй у них работал. Работал? Работал, каждый второй. Ты представляешь, что это такое? Да, поэтому у них вот эта система чаевых, они все четко понимают. Они понимают, как они это... относятся с уважением. С уважением, да. Пример дочери. У меня дочка до поступления, младшая дочка, до поступления в университет в Англии, да, что я сделал? Я отправил ее, ну, не то, что я отправил, да, я говорю, ты должна поработать. Что она сделала? Она закончила школу, документы когда подала, она пошла работать в сеть официантов. То есть она проработала официантом и освоила вот эту нехитрую, хотя, условно говоря, это в кавычках нехитрая специальность. И сейчас, приходя в любой ресторан, она всегда, папа, а ты чаевые не забыл оставить? О. Папа, а сколько ты чаевых оставляешь? Пап, а ты знаешь, да? Да, то понятно. Есть, и я вспоминаю 90-е, когда у нас отношение к профессии официант было, знаешь, вот такой вот, ну, презрительный лакей. Сейчас отношение уже поменялось. То есть официант – это уже нормальная профессия, то есть это уже выход для активного человека. В жизни всякого, у каждого человека может быть различные ситуации. Сел, оделся, условно говоря, пришел, поработал. Заработал деньги, потому что ты в основном на чем зарабатывает? Да, на чаевых. На чаевых. Хорошо работаешь, хорошо обслуживаешь, хороший сервис, тебе оставляют чаевые. И отношение уже меняется. То есть ты уже смотришь, да, действительно, это люди работают, люди что-то делают. Вот это очень важно.